Гомельская городская организация БРСМ запустила новый адукационный проект. Теперь в областном центре можно пройти навучание у школе сценаристов. За инициативой организовать интерактивную пляцовку выступил знакомитый сценарист Олег Мастич. И он працавал над такими популярными проектами, как «Кухня», «Шесть кадров», «Саша Таня». Мы, конечно, с удовольствием поддержали, потому что школа полностью бесплатная. Желающих больше 100 человек было. Даже в первый поток мы не смогли всех вместить. Для освоения новых ведов отвели 10 занятков. По меркованию головного наставника школы, для володания основами сценарного майстерства этого достаткова. Кому это будет интересно, тот, конечно, будет дальше учиться. Но я это делаю вот прежде всего, чтобы максимально увлечь молодых людей и дать какие-то перспективы. Важно только трудолюбие и желание. Все остальное – это ремесло. Да? Я не верю ни в талант, ни в музу. Да? То есть я верю только в трудолюбие и какие-то владения навыками. Молодые гамельчане, которые ожидали, однако не трапили у первый поток, отримают возможность попробовать себе у новой профессии крыху позднее. Проект «Школа сценаристов» будет иметь протяг.